Всем привет! Сегодня Страстная Великая Суббота, перед самым светлым, радостным православным праздником Пасха. Христос воскрес, воистину воскрес! С этими словами начнется завтра пасхальное наше утро. Я хочу вам пожелать начать это утро с добрыми мыслями, благими намерениями и, конечно же, вкусным куличом и хорошим настроением. Пусть в наших душах не будет тоски и печали, чтобы ни одно сердце не оставалось одиноким. Ведь нас сближает именно душевное тепло и понимание. Я вам желаю всего самого хорошего и поздравляю вас с праздником!